Я приветствую всех еще раз. Вот, сегодня у нас понедельник, 25 число. Вот, и на сегодня у нас в планах. Мы ездим, значит, на горячие источники, а именно в место под названием Чосанкей. Вот, сейчас скоро за мной должны заехать. Вот, как я уже говорил ранее, путь туда, ну, из центра города составляет, ну, около часа где-то, даже минут 45 где-то. Вот, поэтому мы планируем как бы быстренько туда добраться и как можно больше времени вот как раз потратить на сами источники. Вот, вообще как бы в это место идут автобусы, но большинство людей как бы используют свой личный транспорт, как бы это более комфортнее, безопаснее считается, хотя весь транспорт здесь можно назвать и так безопасным. Вот, просто чтобы быстрее получится и комфортнее. Вот, хотя если вы хотите, чтобы вас именно отвезли из Саппоро в гостиницу, вот, то нужно заранее при бронировании отеля указывать, что вот, дескать, что меня нужно забрать, в общем. Вот. Как бы договорились мы встретиться, что вернее заедет в час. Вот, времени уже как раз осталось немного. Вот, сейчас мы немного подождем. Вот. Бежим, вон она подъехала. А я такая маленькая. Тут два корпуса, поэтому она подъехала не к тому маленькая. Ага, да, точно, это она. Конничива! Еще раз всем привет. Вот. Мы уже едем. Вот. Заехали перед этим, пообедали. Обедали, ели мы карри. Вот. Очень вкусненько было. Вот. Немного остро, но вкусно. Вот. А сейчас мы направляемся в Чосанкей, на горячие источники. Вот. Как вы понимаете, еду я не один. Вот. Это, так сказать, одна из моих японских друзей, да? Вот. Которая как бы любезно согласилась выступить и в качестве гида, и в качестве спутницы. То есть одному, как вы понимаете, немного скучно. Вот. Поэтому так будет веселей. Вот. Зовут ее Рие Озаки-сан. Вот. Вот. Значит, Чосанкей находится, как я уже говорил ранее, в горах. Поэтому... я думаю, живописные виды будут, если какие-то, я все это дело засниму. Вот, ну и, соответственно, сниму, насколько это возможно, сами источники. Так, как вы можете видеть, мы уже выезжаем с территории Саппоро. Вот, как вы можете видеть, как вы можете видеть, вдали горы маячат. Вид очень даже ничего, я бы сказал. То есть, смотрится все это действительно красиво. Вот. Когда, как Ария сказала, ну, в принципе, оно так и должно быть. Вот. Когда осень приходит, то, соответственно, листья желтеют, краснеют, и выглядит это еще намного более красиво. Вот. В принципе, в чем я ни минуты не сомневаюсь. Вот. Потому что любовь японцев к, так сказать, искусству того же икебано, когда из различных цветов прочего складываются композиции, также в построении всевозможных садов. Вот, то есть оно у них действительно как бы очень большое и имеет длинную историю. Вот, поэтому я бы, конечно, хотел увидеть это все, но сейчас лето, осень здесь придет чуть попозже, хотя листья, думаю, начнут краснеть у рябины и у кленов уже достаточно скоро. Вот. Ну, как бы мы продолжаем.
Ну, вот мы выехали за пределы города. Вот сейчас, значит, что? Мы заезжаем как раз в горный массив, то есть здесь действительно начинаются горы. Вот, как вы можете видеть, даже вот немного проехав, уже вид такой, ну, очень красиво, в общем. Вот. Вот просто сам эффект построения вот природы вместе вот с цивилизацией какой-то, да, то есть хорошие дороги, вот, и массивная растительность. То есть кругом зелень, нависающие сверху ветки, то есть таким как бы зонтиком. Получается, как будто едешь в туннеле. Вот. Но, как видно, живой туннель, зелененький. Вот. Здесь, соответственно, намного более прохладно, чем в городе. Вот. Просто вот даже открываешь окна, и приятная прохлада в машине становится, да, обстановка такая прохладная. Вот. Ну, значит, что дальше, наверное, будет больше. Вот. Здесь какой-то карьер, что-то там стройка сбоку. Вот. Поэтому, как говорится, проедем дальше, увидим больше. Так, ну вот, как правильно сказала Рие, Чузан кейдес. Before checking, why do we go other place? Okay. Yes, we'll stay here in this place. Извиняюсь. Короче, мы будем вот там, гостиница вот большая прям, вот мы будем там сегодня жить, да, наслаждаться, как говорится, чудом японской природы в виде горячих источников. Вот, и соответственно, как бы, все из этого вытекающее. Вот, сейчас мы просто решили как бы немного проехаться по самому населенному пункту. Вот, посмотреть, как говорится, another place, то есть другие места интересные. Вот, поэтому, а почему бы и нет, собственно. Вот, собственно, мы уже подходим ближе к отелю. Вот, как вы знаете, название Чузан Кей — это два слова. То есть Чузан — это имя монаха было, который основал, а Кей — это долина. Вот. Здесь сейчас, так сказать, мы пришли поздороваться с мистером Чозей. Чузан, вернее. Чузан. Вот, как вы можете видеть, прямо здесь течет горячая вода. Вот, то есть те же вот горячие источники, что вот мы пойдем сейчас, как говорится, пробовать. Вот. Ну, смотрите, как шикарно. Вот. Вот, ну, собственно, мы и прибыли. То есть, как вы можете видеть, это комната в японском стиле. Вот, вид отсюда открывается, ну, реально шикарный, народ. То есть, здесь можно увидеть реку. Сейчас мы откроем. Ну, мо? Окей. Вот, то есть сами можете видеть, то есть что тут и как тут. То есть действительно красивое место. Вот, находится это все, конечно же, между гор. Там даже какие-то, как, что, туннель. Кирилл. Выглядит комната в японском стиле. То есть, как вы можете видеть, здесь татами. Вот. В принципе, на них-то потом все и спят. Это йоката. Йоката. То есть, грубо говоря, халат после. Вот. Нани? Кукиру? Now you. Има. Where you put? Hi. Еще раз привет.
в общем, после хорошего ужина у меня вот такая идея все-таки еще раз сходить в Ансен. Вот. Как бы место действительно хорошее, и, как говорится, надо по полной программе наслаждаться, как говорится, тем, что тебе хочется. Вот, что могу сказать. Источники работают 24 часа в сутки, то есть вы в любой момент времени можете просто встать и пойти туда. То есть это все без проблем. Вот, извиняюсь, короче, конечно, за, как сказать, забыл камеру маленько, да? Когда пошел в столовую, поэтому там качество будет съемки не очень хорошее. Вот, и батарея сейчас почему-то садится у видеокамеры, а зарядник я, к сожалению, по-моему, не взял. Вот, косяк мой. Ну, вообще, в принципе, место просто шикарное для отдыха, для семьи, допустим, покупаться в горячих источниках, то есть вообще прекрасно. Плюс здесь выдают, ну как сами можете понимать, вот смотрите, то есть я сейчас одет в юката, это летнее японское кимоно, вот, очень легкое, удобное, хбшное, обычная как бы ткань, вот, как настоящий японец, да? Вот, то есть пока мы ходили, ужинали, здесь расстелили уже футоны, расстелили постель, вот, поэтому сейчас схожу еще раз, поплюхаюсь, погреюсь, вот, после чего, как бы, ну, вернусь сюда назад, буду уже, наверное, спать ложиться, потому что завтра утром до 10 нужно будет покинуть это место, вот, ну, завтра это будет завтра, вот, поэтому всем удачи на сегодня. Конкретно про источники, более конкретную информацию, наверное, я уже расскажу завтра. Вот. Естественно, с камеры меня не пустили вовнутрь, ну, как бы, действительно, туда никто и не пустит. Вот. Все-таки, да, на кого, говорит, будете смотреть на голых мужиков, как они бегают туда-сюда из бассейна в бассейн. Вот. Поэтому... Вот. Знаете, хотя могу сказать точно, что горячие источники – это... Об этом в бестолку слушать. Вот, здесь нужно быть. Вот, вот. Только в этом случае, как бы, вот вы на себе можете ощутить, что это такое.